Ну что, всем привет. Давно мы не виделись, не слышались в CoinMaster. Значит, просили. Записываем выпуск. Сейчас кто-то скажет, что я задонатил там или купил. Вращения нет. Честным трудом собирал неделю. Ну и, собственно, ради сейчас вот контента, который мы сейчас сделаем. Этот контент посвящен всем тем, кто любит, во-первых, CoinMaster, во-вторых, любит по большим ставкам, когда крутим. Ну и сейчас золотишко соберем, даже, возможно, и прокачаем что-то по итогу. У нас тут 4 часа до конца турнира осталось. Замок команды идет. Покажу вам тогда сразу, что тут у нас происходит в клане. Вот. 6 из 15 мы набрали. Построек сделали. Сундуки забрали. Один замок полностью выстроили вот сверху. Ну, остальные здесь потихоньку. Сейчас есть шанс внести большой вклад в развитие. Ну, здесь я 900 пока монет набрал. Я там обменял на жетоны. Вот. И благодаря этим жетонам, соответственно, вот здесь вот в колесе там, ну, набрал необходимое количество прокрутов. Все просто. Никакой мистики здесь нет. Ну, мало ли кто подумал, что что-то как-то слишком я много набрал. Сейчас мы активируем ради такого случая лесу. И пойдемте крутить. Ну, давайте так сделаем. 5 круток по 500. Ну и потом по мелочи. Погнали. Ну, значит, еще 5. Щиты не в счет. Опа. Свиньи по 500. Ну, это же просто космос, ребят. Свиньи по 500. Если сейчас еще и все монеты наскребем. Жалко, правда, 37 миллионов там висит. Могло быть и 90, но что, как говорится, поделаешь. 41 миллиард сразу нам отсыпают. Хорошо. Сейчас еще здесь насыпят. Здесь насыпят. А. Так, здесь-то насыпали. А знаете, что думаю? У нас сейчас 2700 набирается. Можно будет еще что-нибудь купить. В общем, глянем. Пока что не знаю. Так, это было 2, да, раза? 3. Жетончик выпал, отлично. Ну, можно даже еще, наверное, 4 будет крутануть. Что-то слишком пока неплохо по 500 дает. Я думал, там совсем будет печально, но нет. А, кто меня атакует? Значит, чтобы вас не атаковали, лайфхак сейчас вам покажу. А давайте все по 500, ладно, крутить. А то я боюсь, что если меньше, то будем долго очень. А так хоть удачно зашли. Удачно сыпет. Прям, знаете, как под запись видео, как специально. А чтобы вас не грабили, пока вы тут все делаете, бьете, заходите в квест. И смотрите, сверху появляется защита от набегов. Вон, видите? В левом верхнем углу. То есть, ну, понятно, что мы здесь крутим, тратим. Но, по крайней мере, пока вот вы сюда зашли, крутанули раза, вас никто не будет трогать. Вот такой вот. Кто не знал, лайфхак. Ну, тут турнир еще 4 часа будет, так что нормально. Успеемся. Ну, мы это во второй части прокрутим. Сейчас давайте здесь пока крутанем.
мороженки дают хорошо. Я бы сказал, даже великолепно, потому что, в принципе, ну, эти штуки довольно-таки неплохие. Данные мороженки. О, эх, если бы три штуки сейчас выпало, мы бы в таком бы были бы шоколаде. Ну, давайте, 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 давайте. Все-таки должны мне дать. Я думаю... Там еще, кстати, дадут прокрутов. Сейчас вам покажу, где. Вот здесь. Видите, молоточек. 13 минут и молоточек. Это скидка на постройки. Это то, о чем я вам говорил как раз. Блин, еще бы одно мороженое. Ну или два поставьте. А, не поставил, ладно. Окей, давайте построим сейчас быстро. Так, так, так. Здесь чуть-чуть не дает. Ну, тут нас чуть-чуть стукнули, но не страшно. Мы как раз сейчас все должны выставить. Хватит там, нет? О, прикиньте, как дорого. 11 миллионов. Ёбки-палки. Не хватает. Так, а здесь что у нас? 300, да? И что за 300 мы можем купить? Ничего, да? 3500 жетончик. Ну, у нас же есть здесь крутка-то, что вы? Забыли? Одна крутка есть. Так что... Опа, сундук. Так, это дельный сундук. Давайте смотреть. Все, выйдем. Может, сейчас дадут штучек? 225, нормально дали. Ну, да, ставка по 150. По 250. Эх. Думал, свиньи прилетят. Так, блин, а я что-то не оставил себе на турнир-то совсем, да? Ну да. Ну ладно, что, такой вот выпуск получился, ребят. Как думаете, зайдет, не зайдет? Такой вот скоростной. Долго не засиживались, посмотрели. Крутые призы, награды. Закинем сейчас сюда и будем уже заканчивать. 4500 молотков у меня есть. Но я не знаю, честно сказать, куда их лучше потратить. Вот честно скажу. Ну давайте, ладно, сюда. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.